друзья. Идем дальше. Если когда-то о нас узнает широкая, так сказать, общественность и уже новый состав Академии наук, поэтому ничего не надо. Иначе мне не отключали бы микрофон на этой самой международной конференции в Москве. Вот. Мы все попадем в историю. Юрий Железов попадет, который сделал сотни фильмов, не сделал, а оформил, сделал их нарядными. Вот. И такие мои друзья, оппоненты, как Александр Николаевич Смотритель, в скобках Писоцкий, и многие-многие. Вот. Здесь должен быть где-то обязательно здесь или чуть потом Виноградов, как он мне помог. О, как он мне помог. Антонина Скугарева, основатель нового движения, которое в советское время стало бы знаменитой, так же, как Паша Ангелина, примерно так же. Потому что школьников надо учить, именно учить, а не вот этой дури. И вот этой дури. Мы не дошли до того момента, где пробовали учить детей, и там очень заслуженная учительница, такая же, как Скугарева, только у Скугарева новое садоводство, а у той традиционное, я вас в следующий раз познакомлю. Вот. И как можно учить детей? Представьте себе, говорит, мы придумали, это потом я вам покажу один отрывок, чековый метод, то есть берет целую грядку, делает бордюры, дальше садится абрикосы и говорит, а дальше все заливаем водой. Ёп. Вот. И потом у нее опять лишние ветки, все проще. То есть научат детей, они посадили, а через лет, наверное, этого не будет. Я еще раз, я не дошел до этого места, я ведь с теми разницами до конца не рассчитался. Что я хочу? Просьба. Кто-то, это найти на сайт, у них там есть несколько сотен фильмов, они все есть на их сайте. И все посадки сделаны на территории ВДНХ. При желании можно как-то сориентироваться и найти эти места. То, что они садили, это было на верную смерть. Садили саженцы уроды. Садили время, когда садить категорически нельзя. Вот. Садили и тут же калечили. И посмотреть, где они. Ведь то, что посадка, прошло несколько лет, там 2-3-4 года, это должно быть так же, как саженцы Сергея Железова. Они плодоносят прекрасно саженцы. Я бы хотел взглянуть на них. Вот. Это место съемок, наверняка его знают многие. Может быть, как-то можно вычислить это место по каким-то соседним зданиям. Кто-нибудь бы нашел это место и сказал, а там ничего нет. Или наоборот, там прекрасно было все часа. Железо преувеличивает. Вот. Можно садить посреди лета. Можно, ой, все можно. Ну ладно. Сейчас еще гляну. Конечно, фамилии большая часть знакомых, но не все, есть и новички. Александр Алексеевич Серебрик, вот он, всегда на месте. Вот. Вы мой вдохновитель. Вот. Как вы могли, главный редактор, умнейший человек, назвать меня в одном месте выдающимся, а в другом гениальным. Вот. Я единственное не зазнался, потому что больше никто этого не считает, кроме вас. Поехали. Здравствуйте. Здравствуйте. Курган, здравствуйте. Вот. Петербург, здравствуйте. Сергей Александрович, вы здравствуйте. Марина, привет. Марина, я рад вашим этому, что ваши теперь уже наши с вами ученики добились такого. Пермь, привет. Александр Николаевич. Все понять не могу. Зачем грушу плевать на рябину? Здорово. Груша и рябина разные, плотность древесины разная. Срастание слабое. Груша это дерево, рябина это куст. Ну нет, рябина это не куст, вот тут вы ошибаетесь. На куст похоже рябина черноплодная. А мы на данный момент, я, например, не знаю. Наша, как ее назвать-то, наша
Прибалтийская, не Прибалтийская. Значит, в общем, вы видели прививку на рябину, вы видели вкусную грушу. Возможно, эта груша все-таки красная. Ой, не груша, а рябина, возможно, там, в Калининграде, у нее красная, а значит, это дерево. А груша Арония, она, да, действительно, это больше на куст похоже. Ну, вопрос спорный. Спорный. Свинин, привет. Марина, прошу прощения, вы из Познани, не успел вам написать. Эту яблоню, ну я так и подумал, девочка брала мне 3 года назад, сибирская красавица. Просто запуталась, решила, что это яблоня Сергея. Но все саженцы Сергея куплены осенью 2019 года. Прижились, надеюсь, скоро будет отзыв по яблоням и грушам. Так, Галина. Валерий Константинович, в прошлом году зашли сеянцы сливы китайской. Хочется получить сладкие плоды, но я не уверен в этом. Надо ли их привать следующей весной? С абрикосами, манжурскими, уссурийскими грушами та же история. Если нужно привать, как заказать черенки? Мне их надо немного, по 3-4 штуки. Ну, о чем говорить? Смотрите. Если брать китайские сливы, их сроду никто никогда не привал. По большей части, большая из них, получаются вполне крупные и вполне вкусные. Попадаются, бывают и горьковатые, и мелковатые, но, может, в половине случаев. Ну, для того и садим 10, 20, 30, чтобы потом можно было, пусть густо, пусть хоть через полметра. Но составим лучшие из лучших, и тут уже гарантия. Теперь, надо ли потом привать? Ну, если вы хотите, сейчас я вам покажу, где-то у меня лежат они. Хоть парочку сейчас принесу. Для антуража. Так, это я вчера привез, вот они, видите, это сувенир Востока. Естественно, что с косточки такой не вырастить. Надо привать. А привать тогда на ту же самую китайку. Вот. Приживаемость у них неплохая. Почему? Посмотрите на китайку. Это тоже Китай. Родственники они или нет с китайками, которые в 2 раза меньше? Я не знаю. Но приживаемость хорошая и урожаи большие. Значит, получается так. Побольше заказали. Вот. Этих китайских слив. Побольше вырастили. А потом скажете себе, а на кой черт мне 8, 14 или 22 китайские сливы? Привью я половину вот этими. И ко мне. Вот что я хотел. Такой ответ на ваш вопрос. Дальше. Еще не все. Абрикосы манжурцы, ну, точно так же. Как правило, все они крупнее и вкуснее и красивее своего папы, так называемого абрикоса манжурского патриарха, который является по-своему рекордсменом и тоже должен быть уже где-то быть зарегистрирован наукой. Должен быть. Но это, вот, опять же, в науке сейчас никому ничего не надо. По-моему, ученых-то не осталось, которым это надо. Но и в то же время на манжурце я прививаю. Ну и опять надо идти. Нет, пойду. Я не хочу быть голословным. У меня в заморозке есть пару этих плодов. А себя не похвалишь, никто не похвалит. Вот смотрите, это я заморозки достал, видите? Нормальное явление, это еще не самое крупное. Вот. Так они примерно выглядят, если их прививать. А из косточки, ну, может быть, такой привешь, такой получится, а может, еще мельче. Вот. Теперь, это заморозки. Теперь, значит, можно ограничиться... Соки, компоты, варенья – это манжурцы непривитые.
Часть из них будет вкусно съедобная. Ну, 20-30 грамм. Привели, будет 100 грамм. Видели? Дальше. Уссурийские груши чисто дикари. Они в саду не нужны только как подвои. Тут уж только плевать. Получили урожай, то для чего? Только взять с них семена, чтобы еще поколение вырастить. Это для профессионалов, для будущих питомниководов. А для вас вырастили и заказали у меня вот эти сладчайшие груши. Вот видите, вот такие вот. Как видите, все натуральное, никаких этих украденных с интернета и у железного фотографий. Виктор, здравствуйте, Олег Костинович. Хотелось бы услышать комментарий по поводу одного дерева абрикоса, выращенного из вашей косточки. Ух ты, интересно. Из всех косточек ваших абрикосов выросло одно дерево, 3 года, сорт королевский, у которого на ветках, в местах расположения почему-то имеется, в местах расположения почек, ярко выраженного утолщения. Сами ветки мясистые, если можно так выразиться, междуузлия на ветках короткие. Сейчас скажу. Лист крупный, гладкий, что значит утолщение? Чего ждать от этого дерева? Это фаина. Короткие междуузлия. Вот. Это фаина. Знаете, она у меня постепенно расплывается. Фаина тройной гибрид. Это королевский плюс академик плюс манжурец. Тройной вегетативный гибрид. И вот получается так, что неожиданно получилось такое короткое междуузлие, а вам вот, скорее всего, вот эта фаина-то и есть. Так? Вот, косточка фаины, скорее всего. Они настолько близко друг к другу и получают такой вот, что когда делаешь вот срез, надо ровненький длинный срез вот такой вот получить, знаете, раз. А учитывая, что он вот такой изогнутый, он даже не получается вот такой вот, чтобы друг дружке вот сделать вот такого среза не ровненького не получается. Это, скорее всего, фаины. Нормальные. Вот. Ну, я не видел. Еще пришлете фотографии, будем разбираться. А пока это первое подозрение.